сейчас сильнейшие атлеты страны находятся в Сочи на сборах. Тренировки на побережье проводят чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. У нас традиционно проходят сборы в Сочи и в Адлере. Это наши испытанные хорошие места. Это октябрь, ноябрь, иногда декабрь. И март, апрель, май – это Сочи. Сейчас проходят у нас два сбора. Основной сбор – команда, 50 человек. И юниорская команда, юношеские ребята, до 20 человек. И все они готовятся к соревнованиям, которые учреждены календарем на этот год. Сезон долгий. Надо готовиться к Дохе. Мы верим, надеемся, что мы туда попадем. Люди уже некоторые попали. Сборы в Сочи будут проходить до 26 мая. Сразу после стартует Кубок России по легкой атлетике. Турнир пройдет на двух площадках. На центральном стадионе «Юг спорта» состоятся забеги на различные дистанции, эстафеты, прыжки в длину и в высоту. В Адлере на стадионе «Юность» спортсмены разыграют медали Кубка страны по метанию молота, диска, ядра и копья. Поболеть за лучших атлетов страны сочинцы смогут абсолютно бесплатно. Завершится кубок 29 мая.